Узнать все о школе для вашего ребенка, о днях бесплатного посещения музеев и сэкономить на энергоресурсах можно с помощью трех новых сайтов украинских разработчиков. Они победили в конкурсе «Данные городов». Всего в нем участвовало почти 70 проектов. Подробнее о сайтах-победителях и о том, как они могут упростить жизнь, расскажет Владимир Гросл. Найти школы для ребенка – нелегкая задача для родителей. Выбор общеобразовательного учебного заведения становится проще благодаря новому сайту. Здесь можно найти информацию и о наполненности школы, и об иностранных языках, которые там изучают, и даже о стаже и образовании учителей. В первую очередь это будет интересно первоклассникам, тем, кто ищет новую школу для своего ребенка, либо, возможно, узнать какую-то информацию, которая не была доступна до этого момента. В данный момент все абсолютно бесплатно, любой человек может им пользоваться. На создание сервиса у разработчиков ушло меньше полугода. На сайте собрана информация о 17 тысяч школ Украины. Сейчас сервис находится в тестовом режиме. А вот узнать, в каких музеях проходит день открытых дверей, поможет сайт All Museums. Там также можно найти аудиоэкскурсию по украинским достопримечательностям. Человек, который не планировал, но хочет посетить, он может приехать, зайти на наш сервис, скачать себе аудиоэкскурсию и себе или сам, или уже с группой своих друзей слушать историю этого места. Еще один сервис облегчит работу руководителей бюджетных учреждений. Этот сайт упростит ведение учета и статистики энергопотребления и даже поможет сэкономить. Наша система позволяет сэкономить до 10-15% за оплату энергосителей в год. Каждый вносит данные в систему и пользуется, когда ему удобно и в каком формате удобно. Эти проекты – победители конкурса «Данные городов». Денежные призы в размере $3000 разработчики планируют вложить в развитие сайтов. В будущем свои сервисы создатели хотят запустить и в качестве мобильного приложения. Владимир Гросл, Руслан Белозеров, UATV.